Так, вот, приехали. Сама немножко черпая грязь. Вот. Чтоб не думали, что тут у нас тут все хорошо. Видите, преодолевая все тяготы и лишения. Гвать, тишина на озере. Будем надеяться, что нам повезет. Как настроение, рыбак? Май, добрались хорошо, Рудпак. Поделали маленько дорогу, покопали. Да, можно было тоже заснять, но лучше не снимать. Никому. Зашли на малое. Половить живцов. Они не клюют. Они не клюют. Но мы надеемся. Поймали уже тут. Согласились с нами сотрудничать. Мы перешли на большое котечное, поставим здесь жерлицы. Народ тут наделал, видать, тут хорошо ловилось у речки. Посмотрим, как тут мелко. Никого нет. Тишина. Сегодня вот с утра чуть-чуть поморосило. И мы решили все-таки сюда забраться с Андрюхой. Андрюха там готовит спиннинг. Хочет на него половить, не знаю, что у него получится, не получится. Так вот, вот наш корабль, и мы отправимся. Красиво здесь. Самое смешное то, что здесь вдоль берега только хвойный лес. Вся лиственная растительность, она на заднем плане уже голая, нету ее. Тишь, гладь, благодать. Рыба здесь не клюет, поэтому живцов мы наловили на малом котечном. Вот так, как-то так. Что скажешь, Андрей? Все хорошо, Саша? Отлично. Вообще лучше не бывает. Лодка пока шепчет. И вот мы пригребли. Куда гребли? Куда гребли? Гребли, грабли. Лови. Так немножечко привязался. Сразу клюнул. Ты без этих? Кто-то есть. Ну, меняй. Сейчас кинжусов всех поменяю.
позарились. Ругаются? На озеро, говорит, не ходи, на озере рыбаки. Ну ладно. Там тоже хорошо играет. Ну что, вот туда еще жерлицу поставим. Нынче мы костер не жгем. Мы на озере вдвоем. Пытаемся вскипятить воду на новой газовой горелки. Андрюха пытается половить жерцов. Погода, ветер поднимается, жерцы ловиться не хотят. Облака низкие понеслись. Такое вот оно, котечное, большое. Да, 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 да. Мы на котечном. Панамочка у меня такая. Знакомая вам всем. Не думайте, что я тут один. У меня на ладони. Видео пошло. Вот тебе и селфи. А что? Хотел, да? Всем привет. Мы на котечном. Да, мы наконец-то. Нифига не клюет. Да, ну мы наконец-то едим. Мы сварили какую-то хрень. Все-таки скипело. Скипело. Вот и дождались. Живой. Опа. Все нормально. Дождливая погода виновата. Тебе это хорошо. Угу. Ты наловишься. Угу. На капюшончике. Ну, зверюшка такая бодяга, блин, ну, чувась. Пока ни одной рогатки не сработано. Ну, что тут, на сегодня у нас рыбалка заканчивается? Сегодня больше новостей нет. Новостей нет, вот. Один. Один, совсем один. И там еще два в лодке. Так что вот так. Сейчас мы, наверное, до дома поедем. Да, его забрось. Обязательно. Вот такая мерзопакость пошла. Ну, думаю, что это ненадолго. Дня на два, не больше. Закончили сегодня первый день рыбалки. Завтра мы вернемся сюда. Надеюсь, что не зазря. Так вот, дорога в Павловскую. Но мы туда не поедем.
Андрюха извращенец, хочет пожарить окушков. Он их попотрошил, почистил, ошкурил. Извращенец. Нормально. Да, сейчас он солит, типа. Потом он хочет посыпать пеплом. Перцем. Таким перцем. Можно их подключить еще немножко. Перчиком пожарить. Сами виноваты. Фанировал, блин. У нас этого фанировочного, блин, бутерфинка. Да, вот, завались. Даже не знаю, мы покупали для чего, чтобы жарить или прикормка. Можно и прикармливать ими. Не вопрос. Тут, наверное, надо посыпать. Кого? Фанировочную? Немножко вот. Да больше не надо соли. Будет впуклое. Давай, лей уже. Давай уже. Я привозил кучу сковородок. Ну давай, блин. Где ты сейчас будешь искать кучу сковородок? Надо сказать. Время уже 7:00. Масло нет. Ничего, на 7:00. Все. Напугал. Курицу нет. Стопочки наливай. Нет, без всяких стопочек. У нас сухой закон, ты же не помнишь, что ли? Пьем только чай и кофе. Да. Не надо, говорит, накалить сковородку. Вы верите, что он ее накаливать? Нормально все. Что-то надо копить. Надо бы ее сюда стоить. Ну все, давай. Смотри, какая она уже. Румяная. Ну, а эту посерединке. Отлично. Мы уберем быстрее. Еще посерединке. Молодежь убавит. Угу. Убавит. Да. Может, было чем накрыть, а тебе его хорошо. Угу. Это уже не то, блин. Надо, чтобы запах вытащить из завода. Ну что делать? Ты сегодня еще бегали, да? В музее.